Друзья, 2 мая 2024 года, рыбалка «Зеленый берег». Вот у нас улов, 8 хвостов у Александра. Александр у нас был на водоеме впервые, расположился между первым и вторым деревом. Расскажите, на что у вас клевало? Ну, сырная паста в основном, желтый магот и блесна. Блин, голубая, серебряная. Вот, после обеда уже. А ночью поклевывало у вас? А, две поклевки было, да. А взяли? Сколько? Взял, да. Все две? Да. На что именно ночью? На сырную пасту. На сырную пасту. Да. Горизонты какие ловли были у вас? От берега буквально 3 метра. Метра два. Метра два. Метра То есть два. Вдоль береговой бровки? Да, да. Рыбалка довольна? Да, конечно. Вот, друзья, вот так. Да. Лох. Приезжайте. Увидимся на это время. Всем пока-пока.